Честный разговор о взрослой жизни. В рамках городского проекта «Профтренд» школьники на практике узнают о различных направлениях инженерно-технических наук. В этот раз ребята открыли для себя новый разговорный формат. На встрече «Что, где, когда, зачем» во Дворце детского творчества ученики 7-9 классов пообщались с работниками РФЦНЕФ. Темы были самыми разными. О первых победах и целях, друзьях и ценностях, достижениях и трудностях, хобби, выборе профессии и школьных годах. Вопросы, ну, связанные в основном у них с учебой, то есть они боятся не сделать уроки. То есть, а что вот нам делать, если там вот там что-то произошло? Боятся, например, общения. То есть был вопрос, связанный с какими-то там проблемами там, с одноклассниками, да, то есть какие-то конфликтные ситуации. То есть спрашивают, а как вот вы выходили? Я говорю, ну, по-разному было, говорю, когда-то там и подрались, когда-то там и поругались, когда-то там пошутили. То есть, ну, всякое бывало в жизни. Участники разделились на 5 секторов, на каждом из которых был один из научных сотрудников ядерного центра. Внимание, вопрос и время пошло. За 1,5 минуты взрослые должны были рассказать про свой опыт, поговорить с ребятами. Каждый человек из группы мог высказаться и задать свой вопрос. Затем ребята из секторов менялись местами. И таким образом получилось, что участники смогли пообщаться со всеми работниками ВНЕФа. Мне хотелось бы, чтобы они закончили школу закончили хорошо, чтобы потом выбрать тот вуз, в который они хотят пойти, а не тот вуз, в который им придется пойти, то есть вот учиться дальше. И, соответственно, хотелось бы, чтобы они все-таки получили там высшее образование и нашли себе ту работу, которая им нравится по душе. Мероприятие «Что, где, когда, зачем» дало ребятам возможность взглянуть на свое прошлое и настоящее, задуматься над взрослым будущим, оценить свои планы и перспективы. Я спросил одного человека, любит ли он читать. И, ну, эта тема меня волнует. И он мне ответил, что в школе тоже очень не любил читать. Но в какой-то момент он просто решил сам для себя выделить время, там, 1 час в день, и читал, там, прочитал «Войну и мир», так, за, там, не знаю, сказал 6 месяцев, ну, в общем, за несколько месяцев прочитал за «Войну и мир». И я думаю, что воспользуюсь таким же способом. Следующее мероприятие «Профтренды» состоится 5 декабря. В школе номер 5 старшеклассники попробуют поработать в программе «Компас 3D». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.